Здравствуйте! Сегодня я готовлю шоколадный десерт. Ну и всем любителям шоколада он, конечно же, очень понравится. Итак, поехали. Берем желатин и заливаем его водой. Отставляем в сторону, пусть набухает. Ну а пока берем пол-литра молока и плитку горького шоколада. Шоколад натираем на терке, хотя это можно и не делать, можно просто поломать на кусочки, я думаю, что даже будет лучше. И потом будем все это расплавлять. Можно в микроволновке, можно поставить на плиту в кастрюльке и разогревать до растворения шоколада. У меня, вот видите, и кусочки там уже были в конце, просто закинула. И все такое. Вот такая смесь получается. Ну и, конечно же, ее нужно поставить на что-то горячее. Либо на плиту, либо в микроволновку. Ну и в результате получаем вот такую теплую, еще плохо растворившиеся кусочки шоколада. И сюда мы отправляем разбухший желатин. Желатин у нас разбухал примерно полчаса. Все хорошо перемешиваем и еще раз ставим на плиту, чтобы все хорошо разошлось, в смысле желатин, чтобы разошелся, чтобы не было вот там вот этих вот крупиночек. Вот, все это делается очень быстро, недолго. Ну и когда у нас уже все разогрелось, все горячее, вот в таком состоянии, разливаем по креманкам, по каким-то емкостям, в которых вы будете подавать и есть. Ну вот крошки шоколада у меня, правда, разошлись плохо. Я так думаю, что, наверное, у меня не сильно качественный шоколад был. Ну и разливаем по, вот я по таким вот фужерчикам разливаю. После того, как разолью, я отправляю все это в холодильник до застывания. Ну и как все застынет, потом просто украшайте по своему усмотрению. Можете украшать, можете не украшать, но получается очень и очень вкусное шоколадное желе. Вот такой вот нехитрый рецепт. Я думаю, что он вам понравился. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч!